Всем здорова, меня зовут Джован Калинкаст Прима, а это Backpack Hero. И я начинаю новую игру за нашу мышку. Возьму вот такой скин, необычный, в общем-то, просто так. На самом деле, мне не очень нравится, но почему бы нет. Классический Мэтью. Начать вылазку, посетив Мэтью. Я не понимаю, в чем тут суть. Рюкзак 5x5. Ваш рюкзак ограничен шириной в 5 ячеек. Этот рюкзак заблокирован, пока вы не пройдете рюкзак 5x7. А, да? Без опыта это что? Вы не получаете опыт, вы не сможете найти следующие предметы. Ого. То есть все сложнее и сложнее, я правильно понимаю? Закаленный в боях. На каждом этаже есть следующие дополнительные события. 2x бой с врагом. Больше добычи. На каждом этаже есть следующие дополнительные события. 2x сундук, случайные события. В общем, тут все очень много сюжетов, но я не понимаю, неужели они такие же коротенькие. Давай поначалу классический Мэтью. Не понимаю, что это, но давай. Осторожность даже тебе позволит выжить. То есть мы просто благословение Мэтью получаем. Начать вылазку с двумя необычными предметами. Увеличивать макс УЗ на 10. Стать лучником. Нифига себе, это как. Получить редкий предмет. Два редких предмета. Истинная сила в твоем рюкзаке, говорит он. Не забывай об этом. Это редкий предмет. Проводник. За каждый мана камень сети увеличит урон на 2 при использовании 3 урона. Подожди. Если это все, чем отличается классический Мэтью, это как-то странно. И предмет говно. Мне даже смотреть. И мне не нравится, как она выглядит. Пусть лучше вот такая ассасинка будет. Так, классический Мэтью, еще раз. Я не понимаю, просто неужели это все, что меняется? Стать лучником. Начать вылазку с двумя необычными предметами. Увеличить максу. Ну давай, двумя необычными предметами. Перчатка типа. Можно применить один раз заход. Этот предмет летучий накладывает на вас 2 яда. Оружие позади получает плюс 5 к яду в этом бою. Оно, я так понимаю, вот прям вот на оружие, да? Вот так. Нет? Дерьмо какое-то на самом-то деле. Да и перчатка дерьмо так-то. Все на своем месте. Короче, давай я для начала проверю, действительно ли это все. По-моему, ничего не меняется больше. Склеп, действительно, все то же самое. Все так же, по-моему, абсолютно, только мы начинаем как бы с Мэтью. Классический Мэтью. Смотрим другой вариант. Так, берем опять вот эту. Легкотня. Плюс 15 к максимальному ОЗ, минус 25 вы можете взять. Так, фигня какая-то. Бесконечный сон. Начать вылазку, посетив Мэтью. Враги не смогут вас отравить. Враги не могут создать угрозу и наложить на вас порчу. Плюс 25 к удаче. Вы можете бесконечно улучшать предметы. Вы можете видеть всю карту. Нахрена мне это? Хрусталь. Ваш максимум ОЗ равен 1. 150% к урону оружием. Другой путь. Вы начинаете вылазку без стандартного набора предметов. Вы не можете найти предметы следующих типов. Оружие, лук, самоцвет. Минус 50% к жизням врагов. Вы начинаете вылазку со следующими предметами. Ага. Плюс 25 к удаче. Вы не сможете найти следующие предметы. Кузница сюрикенов, сумка, бла-бла-бла. Этот режим заблокирован, пока вы не посетите хрусталь. Так, ну тут дохрена режимов на самом деле. Ну давай, ладно, давай просто откроем. Вначале рюкзак 5 на 7, чего бы нет. Потом рюкзак 5 на 5. Ну а ну, типа, да, хер или нет. Подумаешь. Сложно, что ли? Так, а переход на локацию склеп, переход на локацию ежевичник. Пошли в склеп, не люблю эти ежевичники. Только жабку туда отправил, потому что она мне тоже поначалу не нравилась. Но, в принципе, у нее тоже интересная механика. Можно поиграть. Да, в принципе, там чего нет. Так, предвижу опасность. Мы узнаем, кто наш враг, но мне это не интересно. Еба, столько много урона. Так, тут лучше 2 раза защититься, 14, даже 3 раза. А, не. Нужно просто похавать.
Потихонечку его так вот побьем. Так, у него сколько? 9, ну 12. Я просто не знаю, еще раз захавать этот или... Ладно, хаваем. Так, 4 ячейки. Что у нас там за ограничение-то? Пять на семь. Раз, два, три, четыре, пять. А обычно выше, да? Угу. А, и шире, кстати, обычно. Давай тогда вот так как-то. Вот так. Так, можно применить один раз заход, нужно использовать расходник на этом ходу. Наносит 9 урона при использовании. Так, это наш старый добрый массовый меч. Плюс 1 к урону оружия по соседству. Восполняет 10 УЗ, уничтожается. 6 яда. 3 урона всем врагам, накладывает 6 яда. Давай восстановление здоровья и топорик тогда уж. А, нельзя. Давай, не знаю, топорик пусть будет просто. Он необычный, если что, продать можно будет. Хотя бы. Так, кто у нас там? Ух ты! Обменять еду на тесак. А у меня нету еды. Спасибо, не надо. Ты уверен в своем решении? Вообще-то нет, но у меня просто нет еды. Я ее уже потратил. Сундук с сокровищами, так. О! Мимикраб. Дотер вылез. А вы получаете 7 опыта за победу над... Внешность может быть обманчива. Отшельник мимик, да? Так, он на 6 урона, это... Один раз защиту проюзать. Так даже лучше. Опыт мне дал. Нифига левелап сразу. 4 ячейки. Раз, два. Еще 2. Так. Ну и как-нибудь. Вот так давай. Так, кольцо удачи, типа. Шурикен, шурикен, снятие проклятия. И... Ну и шурикен вот этот, в принципе, пойдет. Здесь у нас исцелялка. Вначале пойдем подеремся. Угу. Так, значит, раз, два, ну и три, наверное. Угу. Это хочет фигню какую-то сделать. Давай-ка ему шатаем. Десять урона. А он броню сделал, так что давай тоже броню. Тоже броню. Угу. Так, так, так. Вот и все. Вот и все. А вот эти сак, кстати. Рукопашное оружие при использовании наносит 4 урона. Давай попробуем обменять тесак на еду. Может, наоборот. Или попробуем обменять еду на тесак. И так попробуем, да? А вот эта еда. Мана камень идет нафиг. Так, плюс 1 урона. Не, это надо так. Это хорошо стояло. Вот тесак у нас. Ладно, проклятие пока убираем тогда.
уничтожение предмета, если что, да, проклятие. А это вместо, ну, убираем, ты понял. Берем вот еду. Еду на тесак или тесак на еду, мне пофиг, но мы сейчас получим. Обменять еду на тесак. О. Отлично выглядит, говорит он, и без задней мысли проглатывает блюдо за секунду. Прекрасно, держи за свои труды. Все равно мне он больше не понадобится. Он протягивает вам свой тесак. Наносит 6 урона. Использует все тесаки по диагонали, да? Но он за 2. 6 урона, а этот 4. А если бы я ему это дал? Он вроде это тоже хотел. Это мой любимый нож, воспользуемся им на славу. Так, ну в принципе, если я его бустану, вот так, то они уже поинтереснее становятся, да? А если при этом сделать как-то так... А, он летучий. Летучая хрень. Не понял. Все тесаки по диагонали. Почему так не используешь тогда? Нужно использовать расходник на этом ходу. Это расходник? Да. Ну, может, когда-нибудь использую. Ладно, пошли дальше. Поехали. Там у нас иконка босса, просто посмотреть. Ничего интересного. Опа-на. Опна. Так, ну, Масим. Блин, за 2 энергии это будет 7 урона и еще 5 урона. Итого, за 2 энергии я получу... Ой, нанесу 12 урона. А здесь 16. Ну и вот, ну и все. Давай лучше. Так, 7. Там дофига, надо фул защиту. Так, теперь можно попробовать убить этого. Так, 8-3. Это 24. И у нас не получается его убить, да? Плохо. То есть придется вот так, так, и потом вот так. Так, молния сюда. Так вот бесплатно делаем, потом вот так. Так, если мы 2 раза ударим, это будет 16. Опять-таки не хватает. Он наносит 10-15 атаки. Не хочу терять здоровье, так что вот так. В глухую оборону уходим. А теперь добиваем уже. Наконец-то. Так, ну вот тут вот тесаки у нас бесполезные. Вуаля! Опять уровень, что так быстро уровень-то поднимается? Странно как-то. Так, ну давай вот тут по диагонали освободим. Как говорится, тесак, чтобы юзался, наверное. А может и нет. Потом вот тут вот. Вот тут вот ряд сделать полностью. Теперь смотрим награду. Так, это нам, значит, ману дает и уничтожает предметы лишние. Это что такое? Когда предмет по соседству казнит врага непризванного, восполняет 8 УЗ. Да. Типа регенерация, давай. Это не тесак, нифига, это топорик. Хавчик, если что, вдруг обменять на тесак, мало ли опять попадется. При использовании уменьшает все статус-эффекты врага на 100% за ману. А вот эту вот фигню, если что, уничтожить что-то надо будет. Так, сюда. Сохраняемся. Идем на вопросительное событие. Так, забрать редкие предметы проклятия, конечно. Так, эта свинья что делает? Создает благословение за 3 золотых, не надо мне такое.
Накладывает 2 ожога на всех врагов, восполняет 3 маны в сети. Блин. Она неплоха. Этот камень в каждом бою исчерпывает ману. Да, я, например, нажму на это. И хоп, он пополнит его. Правда, смысл? Ну, чисто как вместилище. Голодный манокамень. Типа, за одну энергию хоп, 3 маны, а потом палочкой фигачить, да? Восполняя 2 маны сети, в конце вашего хода исчерпывает ману из сети. Они вместе даже, блядь, используются, интересно. Вместе с этим даже как-то. А давай попробуем, пофиг. Чё бы нет, чё мы, блин, как эти? Чё мы тут как скучные какие-то? Обычный меч нахер, короче. Берем эту палочку. Вот сюда ее. Потом. Этот у нас здоровье восстанавливает, если чё. Потом фигачим маносеть и книжку к этой маносети. В конце вашего хода исчерпывает ману из сети. Но это ее и так в ноль будет. Он проводник. Этот тоже проводник. Вот им юзаю его. Он накладывает 2 ожога на всех, дает 3 маны этому. Этот еще 2 маны пополняет. Сюда еще добавить палочку, и вообще все нормально будет. Так, свинья, чисто продать. Так, из этого можно еще... Это как? Как что считается? Не понял. Когда предмет по средству казнит врага... Ага, понял. А будет ли считаться вот этот предмет, например? А, понятно. Он все вокруг отмечает, вне зависимости от моего решения. Так, обнаружены враги, кролик и что-то там еще. Пошли сюда. Сохраниться. Сейчас смотри, я такой подхожу сюда. У меня тут 0 маны, потому что он так положено. Я могу уничтожить его, например. А, при использовании 2 маны мне дает. Ну пизда ему тогда, что? До свидания. Так, ладно. То есть мы просто по-обычному действуем тогда. Вот так. И вот так. Он же нанес 2 раза удар. Вроде да. Так, подожди, дофига что-то урона на меня наносит. Фулл блок. Так, теперь, в принципе, один раз защитка справится. Мне тесак нужен просто. Побольше тесаков. Был бы еще один хотя бы, уже было бы неплохо. Так, брони дофига что-то у них. Так, добиваем. Думаю, да. Думаю, добиваем. Угу. Бац-бац и бац. Бац-бац. Защита. Ай, бляха, не уследил. Он еще защиту, ладно. Энергию тогда. Так, ну хорошо, справились. Вот этот дает 10 защиты, но он потом дороже становится. Этот можно 2 раза, этот меньше места немножко занимает, и это хорошо очень. Но то, что он маны больше жрет... Но его один раз как будто хочется прожимать, да, а не 2. Давай один, поменяем. По диагонали такой. Хоп, используют их. А, не, нифига, вернее, как было. Угу. А, кстати, чё? Стрелы справа получают минус 40% к урону. При использовании выпускают все стрелы в каждом ряду справа.
все стрелы в каждом ряду справа. А, справа от него, я понял. Белки предпочитают легкий вес арбалетов. Но я-то не белка. Вроде. Огненный шурикен. Накладывает рену на расход... Подожди, хавчик какой-нибудь. Накладывает 6 яда на всех врагов. Ну, пусть расходники, ладно. Так, что сделаешь? Опыт не дашь? Хорошо. Так, ага. Кузнец, забусти-ка меня. Добавить 2 защиты. Добавить 2 защиты к щиту. Добавить 1 яда к оружию. Добавить 3 урона к оружию. Тесак сколько раз можно улучшить? Только один. А этот? Это тоже только один. Но давай его улучшим. Типа мы в тесаки пошли вроде как. Хотя... Ну да, тесаки. Давай, хоп. Тесачная крыса у нас вообще-то, если чё. И еще раз. Вот у этого тесака. Все тесаки будут улучшенными. А теперь уже полезно его юзать. Правда, не сильно. Так, давай сохранить. Пошли к торговцу, продадим ему этот посох. Видимо, мы все-таки не маги, нифига. Дает 6 защиты, когда вас атакуют... А, фигня. Вот этот, кстати, дает 1 уклонение. Просто херак и 1 уклонение. Вот в эту дырку как раз, которую мы там прозевали. Да? Вот сюда. Его в верхнем ряду. Да че вообще крутишься? Так, 20 золотых. У меня нет столько. Вот эта свинья... Я ее на продажу как раз снес. Это чтобы уничтожить проклятие какое-нибудь. Хотя у меня есть вот это уничтожить любое проклятие. Вечное. Продается за сколько? За десяточку, да? Так, если за десяточку продам, то тогда по сути будет вот на это уклонение. Но враги часто, блин, наносят не один большой сильный удар, а много маленьких. Поэтому одно уклонение, блин, я не знаю, оно один раз за бой вообще. Вот это вот плохо. Вот это удача непонятная. Так, ну берем или нет? Ладно, меняем на эту хрень и все. Че бы нет. В обмен на динамит, который нам не нужен. Нет, подожди. Еще кое-что. Вот этот посох, да? За 1 энергию восполнить 3 маны. В чем прикол? Лучше золото получу. Можно защиту щиту дать, кстати, еще. Носом чую, рядом сокрой. Так, подожди. Сохранится. Так. Че говоришь? Давай на 15 мне... За 15 мне... Оружие. Или аксессуар. Нет, оружие. Давай оружие за 15. Тесак мне найди по-братски. Так, сундук. А, так, обменяется на камень маны. Пофиг, пусть будет. 3 урона всем врагам. Ну, расходник, чё нет. 8 ловкости. Замедление. Ну, делаем, чё, расходники. Берем. Все, погнали отсюда. Там только в конце здоровье, но оно нам не надо. Склеп, в смысле уже финал? Чё так? А, не, это первая, да. Это первая часть, финал. Здорово. Пчела. Так, давай вот эту фигню, хоп. Камень маны получаем. О, нифига, такой же. И чё, они такие теперь друг друга могут убить? Нет, не могут. Могут. Просто... Кстати, он заполненный вначале. Потому что его дали, видимо, не знаю. Ну ладно, пойдет. Расходники? Обна. Обна. Это чё? 6 яда на всех, давай. Теперь вот это уберем вот так. Один раз. И он от яда умирает. И этому один раз так, хоп. И он тоже от яда умирает.
А это 10 урон нам шатать хочет. Мы как раз вот так, хоп, у нас 10 защиты. Правда, он еще один яда делает. А с ядом мы что делаем? Ничего, походу. Да, ничего не делаем. Яд терпим. Так, надо бы ее добить как-то. Хорош. Такая пи-у, полетела назад. Так, это что-то хорошее было, по-моему. При использовании получает плюс один к урону в этом бою все оружие. Каждый ход отнимает у вас две жизни. Ну, у меня вот это восстанавливает жизнь, по сути. Это все оружие, да, получает? Ага. Все оружие получает эффект за каждый расходник по соседству или диагонали урон на один. Ага. Навсегда? Не, навряд ли. Все луки получают эффект при использовании первой стрелы в каждом ряду справа получает. Нифига, так я лучником был, а чё, даже не знал, что такое есть. Все стрелы получают эффект, если есть предмет по соседству, этот предмет недоступен. В смысле? Если есть предмет по соседству. А лук? То есть это надо одну стрелку подальше от лука держать? Или лук не в счёт? Давай вот это. Так, она может увеличить максимум АЗ, а также может снять проклятие. Я бы ОЗА увеличил, сейчас только в сундуке покопаемся. Еще один тесак, спасибо, наконец-то. Обычный, да? Здесь тоже используется? Да, и здесь еще бафается этим, тогда здесь лучше. Хотя, может здесь лучше, потому что так он здоровье мне восполнит. Получит плюс один к урону в этом бою. А, это вот от этой. Угу. Теперь за две монетки мы так хоп-хоп-хоп фигачим. Так, увеличить на один за каждую эту, да, броню. Ну пусть будет, чё. Пусть будет. Мана камень один продать надо. Подожди-ка. Это чё? При получении урона дает 9 защиты. Щит необычный. Отнимает 2 ОЗ у вас. Считается ли это получением урона? Так, максимум ОЗ мне, пожалуйста. Никто 10... А ты чё? В смысле? Да, ну дай, ну дай. Да скидочку дай. Жлобяра. Так, пошли в глубокую пещеру. Вот она жлобяра, а. Глаз зажала. На кузнеца денег нет, пошли деньги зарабатывать. Ой, не надо мне вот эти проклятия всякие. 18 урона. А я чё, типа такой жесткий сразу выгляжу или чё? Так, вшатал. Уклонение сразу тогда. И вот так еще. Это на продажу, да, я несу. Ладно. Бляха. Давай сюда. Нифига, вы что-то жесткие какие-то. Проклятие мне сразу накинули, блин. Так, за одну энергию могу избавиться, в принципе, давай. И опять накинули. Какие-то жесточайшие улитки вообще. Мощнейшие прям. Так, 21 защиты, хорошо. И вот так. За проклятие обидно, конечно. Щит еще могу заюзать? Еще могу пока. Как раз по урону. Вот так. Жизни восстановили. Проклятие, которое мы сейчас возьмем, просто уничтожим этим камнем, да и все одним. Так, вот здесь вот я хотел до конца, наверное, сделать. Так. Так, проклятие. Дает 10 защиты, дает одно уклонение всем врагам при использовании. Палочка, наносит 7 урона, первый ход, мана камни недоступны. Так, нужно что-то, что меньше места занимает, вот так.
Так, палочку сразу забираем, чтобы ее уничтожить в ближайшем бою. 4 регенерации уничтожаются. Давай возьмем. Расходник. Снятие проклятия. 12 урона всем врагам. А это что? Ага. Так, дальше сюда. Там наш друган дальше нам сделал то, что надо. Так, камень уничтожил, камень маны, а второй пусть не двигается. Урон всем нанесем. Потом тесак. И еще раз тесак. И уклонение. Ага, хер там плавал. И мы ему так бац-бац-бац. На защите чуть-чуть не хватает, да? Вот если бы ботинки переставил, уже бы хватало. Наверное. Че в начале хода урон наносит или что это? Просто баф на броню. Угу. Так, камень, мана камень. Не нужный мне. Сколько сдаешь? 4, а так? 2, хорошо, 4. Почему мне 11 брони дается, я хз? Вот это вот дает. При получении урона дает 9 защиты. А, он все-таки бафается. То есть мне 2 урона этот наносит, это 9 защиты дает. А потом я восстанавливаюсь, когда убиваю врагов. Имба. Я имба. Так, давай еще одно колечко на удачу. Я не знаю зачем. Ключик обязательно. Мы любим ключики таскать. Это прям... За каждую ячейку справа, да. Это вот сюда вот. Отсюда. Вот так. Это пусть наверху типа шлем же. Кентавр, ебать, голова вон, ноги, ебать, хвост. Но это не надо. Структуру я так ни разу и не попробовал сделать, ну-ка. А, нельзя, все, пока тогда. Он мне оружие должен найти за 15 золотых. Оружие сверху получает плюс 3 к урону. В смысле, серьезно, все? Серьезно? Подожди. 8 урона. Оружие слева получает плюс 3 к... А, слева? А так... Оружие снизу получает плюс 3 к урону. Че, издеваешься? А так справа? Оружие справа получает... Все или только одно? Все оружие справа. Тут, то есть, здесь урон 8. Да? А вот здесь сейчас какой? 10? 13? 13. Угу. Что за костыль, кстати? Носит 3 урона, восполняет 2 маны в сети. Идешь ты нахер, костыль. Ну это обычная хрень какая-то. Так, ключик сюда. Наш защитный этот сюда. Еду можно убрать. Перчатка сюда, например. Угу. Вообще она там хорошо стояла. Вот так. Она получше, да, дает? Дает 3 защиты. А, также? Ну ладно. А рыба. Рыба что делает? Регенерацию дает? Нафиг нам. Лучше вот еда пусть будет. Один раз хоть похаваем. Здесь колечко. И все. Только этот тесак теперь не регенит. Теперь регенит. Просто этот стал посильнее, и у нас появилось за 0. Наносит 7 урона. Но мы... Как бы нормально все. Так, вот сюда отойдем. Сохраниться. Пошли к торговцу сначала. Продадим ему как минимум этот... Вот этот камень. Шлем. При получении урона дает 1 уклонение. То есть он тоже будет работать за счет того, что мне 2 урона наносится, да? Но мне нужен тесак для начала.
Он дешевенький, но нужен. Так, а теперь смотрим по поводу этого. Но он, кстати, не будет меня регенить, потому что нет вот этого сердца. Это плохо. Вот тут же он не будет юзаться? Не будет. То есть только вот так вокруг него 4. Лягушкам такое все равно не нужно. Да, я в курсе. Так, вот эта штука прикольная, кстати, тоже, но... Мне шлем нужен. 35 цена. Это сколько стоит? 10. Ну, мы еще можем набрать золото. Тут вроде еще есть враги, да? Наверное. Или нет? Там золото, кстати. Пошли туда тогда. Хоть и всего лишь 5 золота, но оно халявное и нормально. Так, кузнец, что у тебя, кстати, есть? Ловкость к структуре, защита к броне, яд к оружию, не надо. Нет, дерьмо всякое не надо. Чё у тебя там? А, улучшение к предмету, давай. Вот к этому. Или к этому. К любому тесаку обычному какому-то. Нам бы просто урон добавлять и все им. Чисто урон. Да, вот этому тесаку. Раз мы его улучшили в прошлый раз, да? Давай мы еще и это сделаем. Только к этому кузнецу мы не пойдем. Сейчас нужно что-то продать. Я думаю, что вот этот плазма меч все-таки придется продать. Он хоть и наносит 7 урона и вроде как это, но очень много места занимает. И шлем поприкольнее будет, по-моему. Защиты дофига дает. 27. Что еще можно продать как вариант? Да ничего, нужно что-то за 10 продать. Точно не этот, который дает защиту. Он мне каждый раз дает защиту из-за 2 золота за потери. Я могу еще один, по-моему, предмет продать, так что. Давай. И шапку взяли. Кайф. А, вот эту шапку мог продать. Зачем она мне, если это дает одно уклонение один раз, можно использовать, а это постоянно. Затупил что-то, да, по-моему? Да ладно, у нас там будет 2 уклонения, если что. Так, и еще вот это можем взять? Так. Блин, не хватает. Ладно, пофиг. Пофиг, погнали. Если я иду в уклонение, то, в принципе, можно забить хер на тот же баклер, который я прожимать должен, типа. Я же его не прожимаю все равно. Мне урон наносится, у меня там само прожимается другое. Ну, защита вот эта дырявая. Сейчас посмотрим. Вот я начинаю, мне сразу урон, сразу защита далась. И уклонение сразу далось. Да, потому что я получил урон. Да. Только защита почему-то... 16. А, ну это от этого 4. От этого 3, то есть уже 7. И от этого 9. Да, все правильно. Все правильно. И мне с уклонением пофиг на все, я могу бить вот так вот. 4 урона сразу и потом еще добивать вот так. Надо еще одну энергию. В идеале. Так. Только у меня теперь надо быстро врагов убивать. Потому что каждый ход здоровья теряется. Ну как бы исцеляться вроде успеваю пока что. Но хер знает. Нужно защитку убирать, что-то другое ставить. Атакующее. Тот меч по сути в тему был так-то. Так, тесак еще один, конечно же, я беру. Че он за тесак, кстати? Наносит 5 урона. Вот это чем-то отличается от того. Наносит 4 урона, получает плюс 1 к урону в этом бою. Получает плюс 1 к урону в этом бою. Тут что-то как-то не фиговое юзуется. Че с ним? Почему он получает? При использовании наносит 4 урона. От... Получает плюс 1 к урону. Когда тесак казнит врага непризванного, получает плюс 1 к урону в этом бою.
Он типа лучше тем, что он когда казнит, получает плюс один к урону в этом бою, да? Пиковый тесак. А это просто тесак, понял? В конце боя дает удачу. Ну давай мне удачу. А каждый ход дает броню. По соседству в диагонали дает. Ну давай вот это вот тогда. Хавчик у нас как бы хорош, но... Так, это же броня? Да, пусть вот так дает тоже броню. Его так-то продать можно уже. В принципе, он не справляется со своей задачей. Можно применить, наносит 2 урона. Ну, пусть будет. А, нельзя уже, все, пошли отсюда тогда. Так, сохранить. Пошли сюда. Носом чую сокровища рядом. А оружие за 5. Элемент брони, щит, расходник, аксессуар. Да не надо. У меня сейчас мало золота. Ты мне в прошлый раз нашел, я в итоге продал, что ли. Так, 24 брони теперь, потому что еще вот это дает. И урона теперь тоже побольше будет. Вот эта улитка, это проклятие нам стоит, а это проклятие, в принципе, мы сломаем, если место будет. Че это? Каждый ход восполняет ману, проводник. Прикольный. Просто так берет и ману еще восполняет. Я не знаю, сколько урона я нанесу, но явно не хватит. Давай. То есть мы наносим сейчас 29 урона им. Ой, как я посчитал 29, пофиг, короче. В общем, получается, короче, 45. Маловато так-то. Так, слизняка сюда. И сюда, наверное. Это убираю. Это вот так вот мочу. Почему я не восстановил здоровье? 8 здоровья. Казнил не тот тесак. Это плохо. Какая очередность у него атаки? Это почему не могу? Он же 0 стоит. А, он не в верхнем ряду. А этот? А этому пофиг. Ну все правильно, это последний атакует. А, просто тот раньше времени убил. Так, тогда... Что сейчас делать? Ничего, ждать. Непризванного? Непризванного, да. Так, давай-ка... Ладно. Восстановился? Да. Хорошо. Так, опять эта фигня. Ой, затрахал. Этот шлем нужно продавать, который типа один к уклонению дает один раз в бой. Это не смешно. Это очень мало. Да, у нас не восстанавливается здоровье нормально. Из-за того, что эти тесаки неконтролируемые. То есть бьют как хотят. Так, надо книжечку... О, тесак, кстати. При использовании поворачивается по часовой. Наносит 7 урона. Использует тесак сверху. При использовании поворачивается по часовой. Наносит 7 урона. Использует тесак сверху. Подожди, я что-то не понял, он же хороший. То есть этот тесак использует их, а он использует его. Так? Хм. Так, это надо верхний ряд, раз мы его пока используем. Не вижу минусов. Что значит поворачивается по часовой? А, он повернется, и уже другой тесак будет использовать. То есть его вначале вот так юзаешь, он такой хоп, его использует, а тот всех остальных. А потом его нужно в другое место перекладывать. Типа в этом месте он будет использовать один из других тесаков, сам он стоит 2.
То есть он чисто на один удар, а потом переложить его туда. Понятно. На первый удар пойдет, в принципе. Накладывает на вас два яда. Так, это что? Когда пропускает ману через себя, носит один урон. Так, это если что уничтожит, тот тесак. Так, тут можно зарегениться. Так, этот я помню. Сохранить игру. Угу. Здорово. Ой, это мой альтер-эго темное. Вот, я этот тесак юзаю. Он использует все остальные тесаки. В принципе, нормально. Проклятие. Так. Теперь этот тесак можно, короче, сортировать. Но у меня 3 энергии, это следует, то есть фигня. Просто этот тесак используем. Проклятие на меня кинул. Угу. Так, я восстановил здоровье. Значит, сейчас нужно где-нибудь место свободное. Например, вот тут, чтобы потом оружие, которое там дополнительное было, могло как-то использоваться. И, наверное, где-то вот здесь. Хотя, вот тут. Нет, вот тут. Так, еще один тесак. Рукопашное оружие по средству получает плюс один к урону. Наносит один урона по вам каждый ход. Фигня. Тесак пойдет. Так, давай еще один тесак. Смотри. Раз тесак, два тесак. Первый раз его использую, вполне хорошо юзается. Кстати, а если... Если вот сюда его... Сюда его... Так. Так. То есть, смотри, я юзаю этот тесак. Он использует их все. Не, не так. Бля, юзаю этот тесак, он использует его. Он использует его. Бля, не, не так, вот так. Этот тесак использует этот тесак, этот тесак использует этот тесак, этот тесак использует все остальные тесаки. Да? Этот его, этот. Все остальные, в том числе его, и этот после того, как повернется как по часовой. То есть он сюда повернется, потом этот его использует, и он повернется вниз. А, он вниз повернется. Это плохо, что он вниз повернется. Тогда его можно вот так. Так, а этот так. То есть он... А, ну тогда этот никто не использует. Ну смотри, этот его, он в свою очередь использует всех остальных, и этот поворачивается вниз. А этот после первого использования поворачивается вниз. Потом я использую этот, он использует тот. Но я использую вот этот. Я использую вот этот, он использует их всех, и в том числе этот. А этот будет повернут вниз, он ударит этот тесак. Этот тесак используется и использует этот тесак, а сам повернется в ту сторону. А этот тесак будет повернут тоже в ту сторону. Но потом я нажму на этот тесак повернется, и в общем он крутиться будет. И когда-то задевать тот тесак будет задевать другие тесаки. Короче, проклятые тесаки — это кайф. Вроде бы. А эта хрень летающая, что ли? Я потерял плюс один к урону, потому что он летающий. То есть я зря там дырку сделал, ладно, пофиг. Эту дырку я сделал для брони. Ну тут, кстати, надо вот так. Этому пофиг вроде, да? При получении урона дает плюс один к уклонению. Ну действительно, ему пофиг. А этот должен быть сверху, поэтому... Так вот. Ну, нормально все. Так, а вот эта хрень потерялась, все, пофиг на нее. Закончить? Че это? У меня такая же. Так. Сюда. Сохранить. Круговорот тесаков. Можно меня проклять, что 5 тесаки набрал, пацаны? Так, вначале это, да, надо? У меня 27 брони. У них урона... Нифига у них урона. Но у меня еще уклонение, ладно. Но все равно неприятно.
У этого еще уклонение. Так, бац. А этот его не использует? Один раз заход, что ли? Используй тесак снизу. При использовании поворачивается по часам. Почему он один раз заход использовался? Этот должен был... А, он один раз повернулся. Правильно, так и должно быть. Так, урона маловато. Ладно, вот так как-нибудь обычным. Это прокачанный тесак, кстати? А, что я прокачанный тесак убрал? Так, теперь... Вот так. А этот заденет тот тесак, да? Да. Только что-то я не понял. По урону как-то странно получилось. Это что? Увеличивает урон на 2 за каждый аксессуар. Блин, фигня. Так, вроде нормально. А, у меня еще же была одна энергия. Ну и ладно. Так, убил, исцелился, хорошо. Блин, тесаки хороши вообще. Жаль, проклятие на меня не накинули. Вот сюда нужно. Вот мой основной тесак. Сюда, чтобы он каждый раз использовался. Вот этот повернуть сюда опять. Угу. Этот вот сюда. Я там запутался, короче. Вот так. Этот его юзает, а этот его, а этот опять его. И он сразу хоп, 2 оборота делает. А, еще тесаки. Тогда, может, так лучше? Этот использует его, те крутятся, используют его и его. И вокруг них еще тесаки. Ебать, тесаков сколько надо. Подожди. Ну так было получше, по-моему, да? Наверное. Тут он будет когда-то использоваться? Пока что нет. Ладно, пока что наберем тесаки, а потом разберемся с ними. И давай проклятие сразу снимем с них. Места нету. Использовать. Снято. Снято. Все, нормально. Все, теперь они как бы не прокляты. Ну как они, как бы, если что, захочу выкинуть, сразу выкину, да и все. Тесак мне продай. Можно даже проклятый. Конечно, хочу. О, золотой тесак. Тесак по соседству и диагонали получает плюс 1 к урону. При использовании наносит 4 урона. Хорош. Конечно, беру. Места что-то нету. Вот тут, да, его место? Не, вот тут. Сам по себе он мало наносит, но зато бустит все остальные тесаки. Так, что за кирка? Создает самоцвет. Если казнит врага непризванного, создает самоцвет. При использовании наносит 1 урона. Каждый ход за каждый самоцвет по соседству получает плюс 1 урона. Ха, интересно. Так, создает сюрикены в пустых ячейках по соседству. Фигня. Так, ну этот тесак что, он не влазит уже? Я вот этот камень, по-моему, продать хотел. Все равно от него толку ноль. Проклятые предметы убивать только. А у меня их нету толком. Могу от них избавиться? Ну, блин, я не знаю. Не надо. На. И тесак. Не, тесак оставим вот тут. Теперь, когда он даже в ту сторону будет повернут, он будет кого-то использовать. Только, наверное, надо вот так. То есть, смотри. Этот его всегда использует, а этот, в свою очередь, то этот использует, то этот, то этот. Да? То есть снизу еще ячейка нужна. Можно, в принципе, сделать, смотри, как. Переставить все вот сюда.
Вот этот тесак теперь всегда кого-то использует. А этот тесак использует его или его. Этот бафает вон те тесаки. Ну не каждый ход. Этот казнит, если что, его надо каждый ход использовать. Да нормально вроде. Типа, слишком много места занимает это все, но... О, лук новый, кстати, ни разу не видел. Дает 2 золота, если казнит, нифига. Золотой, все, понял. Вот это, по-моему, кстати, лучше, чем то. Элементы брони по соседству получают плюс 2 к защите, оружие по соседству плюс 1 к урону. А здесь... Каждый ход дает 5 защиты, каждый ход дает 2 защиты. Ой. Соседственный поднял плюс 2 к защите. То есть он 6 к защите в общем дает, а этот... Плюс 3 к защите в общем дает. Он компенсирует, но он не... Он для тесаков еще нужен, да, был бы? Типа он все их бы устанул, ну, почти. Но его там не место будет. Не влезет нормально. Так что не надо. Все, поехали. А сюда... Пойдем к золотишку, да? Нет, к сундуку, мало ли что-то там крутое. Ключика нету? Есть, конечно же. Великолепный тесак. Так, а вот эта хрень нафиг не нужна. В первый раз вижу эту дубину, по-моему, берсерка. Больно, носит 2 урона по вам. Получает минус 2 к урону на этом ходу. Получает плюс 1 к урону по вам на этом ходу. Чё, блядь? Ебанулись. А, на этом ходу только. То есть она за 0 наносит 10 урона. Ну, неплохо, если я бы место увеличил, конечно. Так, вот сюда вот. Еще нужно здесь место для этого тесака. Потом еще 2 проклятых туда. И вообще будет нормально. То есть я наношу один раз урон тесаком этим, 10 урона. Плюс 8. Плюс 4. Плюс... 7, плюс 7, этот еще плюс... Плюс 4 каждый ход, короче, если смотреть. И этот плюс 4, 3 из 4 ходов. Ладно. Не помню, заходил ли я туда, но сейчас зайдем. Сохранено. Так, это да, я заходил сюда, у этого чё? Тесак есть? Чё это? Можно применить один раз заход. За каждый расходник по соседству или диагонали получает плюс 1 энергии. При использовании дает 0 энергии. Расходники по соседству и диагонали уничтожаются. То есть он дает мне энергию за расходник, да? Не так уж и плохо, но... Мне нужна энергия бесплатная. Так. Пошли наверх. Так, это у нас бабки хочет спиздить. Надо его остановить. Не понял. Он не использовал сейчас это по соседству или... А, из-за того, что убила, не использовал или что? Непонятно немножко, ладно. Вот я наношу. Этот тесак нанес урон или нет? Почему так мало урона? Сколько урона наносится? Но этот замигал тесак, так что, наверное, используется. Просто используется на одном враге, типа на второго не перекидывается. Типа вот смотри. Вот этот второй раз не использовался. Даже первый раз не использовался, по-моему. У него не было нифига, да? То есть, смотри, 10. Ой, 14. Откуда? Короче. А, у него же увеличивается каждый ход. 14. 3, да, блядь, как посчитать-то вообще? Непонятно.
Они вроде все мигают, но в то же время непонятно, используются они... О, спасибо. Наносит 10 урона, использует все тесаки по соседству и диагонали. Серьезно, блядь? Ты, блядь, серьезно? Че, ебанулся, тесак? Тесак, ты че, ебанулся? Серьезно, тесак? Тесак, ты че, блядь? Ты, блядь, тесак, ты че? Ты че, тесак? Тесак, блядь. То есть он всех их использует? Этот использует потом этих опять, да? По новой, так что ли? Подожди, а если он его использует? Он его, а он его. И этот его еще раз. Они только раз заход делаются или что? Не написано, что раз заход. Тогда я вообще не понимаю, как остановить этот круговорот тесаков. Что-то я не догоняю прикола. Этот шлем по-любому мне нужен. А вот тот нет. Пусть так. Я не понимаю. Как это? Чё это? Все очень весело, конечно, но непонятно. А чё за 10 золота я получил? Он у меня украсть успел или чё? Или я казнил тем, который золото дает? Я вообще ни хера не понимаю. Вот эти, смотри, вот так вот выглядит. Когда они прокрутятся, тогда станет что-то... А, вот этот золото дает, да? Не, нифига. Ничего не понятно. Ничего не понятно, но очень интересно. А, это опыт плюс 10. А не золото, размечтался. Золото захотел. Ну да, они только по одной цели просто бьют. На вторую не перекидываются почему-то. Оружие по соседству получает плюс 2 к ожогу. Серьезно, блядь. При использовании носит 2 урона. Когда тесак казнит врага непризванного, дает 1 золото. Не сказать, что это прикольный тесак, но он лучше, чем обычный, наверное. Типа вместо вот этого. Но все равно каждый ход потом тесаки урон получают. Написано, когда тесак казнит врага непризнан. Он что, все тесаки бафает на это, что ли? Почему он все тесаки вот так вот обводит? То есть любой тесак теперь, когда убивает, плюс 1 золото дает. Что-то похоже на то. Оружие по соседству диагонали получает плюс 2 к урону. А, да? Серьезно? Ну, блин, плюс 2 к урону это вначале как бы и неплохо, а потом фиг знает. Че, удача идет нахер тогда? Как-то так, не знаю. Проблема в том, что я когда казню, я теперь не всегда получаю здоровье. Точнее, я часто его не получаю. Мне надо что-то с регенерацией здоровья сделать. А для этого кольцо подходит отлично. А вот мана... Блин, восполняет ману каждый ход. Да смысл от этой маны? Я же не маг вообще. Я же вообще в магию не пошел. Так, сделай мне регенерацию на кольце, братан. Понял. Замедление на оружие, ловкость к щиту, шипов к щиту, ловкость к структуре. Нахера? Ловкость к щиту. У меня, кстати, есть щит так-то вот этот. Что делать замедление? У меня столько тесаков. Если все их бустануть, они все будут за один ход херачить. Что такое замедление? Ой, бляха. Давай не надо пока.
мне бы регенерацию, потому что у меня, видишь, плохо все с ней. Так, все, поехали отсюда. Казнят неправильные тесаки. Сейчас вопрос еще, сможем ли мы убить босса, пока у нас по 2 хпшки падает постоянно. Так, ну поехали. Подожди, у нас еще 2 круга пойдет. Он второй раз использовал эти тесак, я видел. С хера ли закончилось-то? Он ударил его еще раз, и здесь должен был по новому кругу пойти. А, или сейчас только пойдет со следующим ходом. Сейчас посмотрим. Не надо мне вот это говно, пожалуйста. Заебал. Че это такое? Почему он все вокруг выделяет золотым? А, он заменился заговором, и теперь я не могу от него так просто избавиться. То есть надо было сразу убивать, типа. Но он 2 раза перевернулся. То есть что-то там работает. Но и они становятся сильнее с каждым ходом. А, на мне яд еще, бляха. Максимально плохо. Блять. На мне уклонение, пиздец, из-за этого яда. При использовании этот предмет зафиксировано 2 боев. Все оружие получает эффект. При использовании... Все оружие получает плюс 5 к урону, ёб твою мать. Перед гибелью восполняет 30 ОЗ, уничтожается. Так... Все оружие получает эффект. Если есть элемент брони или щит по соседству, или диагональный предмет недоступен. Плюс 6 к урону. Вот это вот неудобно, потому что потом передвинуть не получится. Вот это плюс 6, если есть элемент брони, то недоступен. Ну, у меня вот щит рядом с тесаком вот этим только. Вот, типа убрать вообще один, да и все. Перчатка сколько? 4 защиты дает. Со всеми бустами, совсем она 4, блядь, защиты дает. Вот так убрал и все. Бутылочку сюда накинул. И в отличие от кристалла дает дофигища урона. Еще и на всей карте, а не просто вот так чуть-чуть. Только у меня здоровья мало. О, исцели меня по-братски. Давай. Да ну, ключика-то нет, ты чё вообще? Пошли в темную, мы с тесаком. С тесаком только в ад идти. Пока что как-то вообще незаметно то, что у нас типа меньше рюкзак. Ну как бы видно, что он меньше, но... Особо не роляет. Есть что на обмен? Получить предмет той же редкости. Ну давай вот этот тесак, он сейчас не юзается никак. Кольцо на максимум ЗН на 5. Он даст мне это юзе? Нет, не даст, плохо. Это элемент одежды? Вроде нет, но все равно не надо. Так, тут выбор, да? Золото или здоровье, или что это? Или прямо пройти? А, нет, это вот там. А, это исцеление просто. Тесак? Топорик. О, тесак. Так, тесаки по соседству и диагонали получают плюс 1 к урону. Ну, кстати, да. Вот так, да? Вот так бафаем их все. Вообще. Вот тут, наверное, заменить. А это чё? Дает 1 золото. Ну, тогда, наверное, как-то вот этот в основную вот сюда.
Хотя, блин, тут посильнее бы. Да и здесь посильнее бы. Ладно, пофиг, пусть тут будет. Да и золото вообще неинтересно так-то, ну ладно. Он дает удачу. Пофиг. Так. Сюда. А, так там впереди еще что-то было. Нет, там опыт. 5 опыта. О! Наносит 6 урона. Использует все тесаки по соседству. Ты ебанулся, что ли? Как это понимать? Этот. Использует все тесаки по соседству и диагонали. Этот использует все тесаки по диагонали. А этот, блядь, по соседству. А это че? 7 урона. Использует тесак сверху. Да ёб твою мать, ты издеваешься, что ли, ебать? Что вы, блядь, такое, тесаки, блядь? Вы что такое, блядь, делаете? Блядь, что нахуй, как это собирать просто? Ладно, этот... Этот использует его, этот использует 3 этих тесака. Хотя, вот так, 4 использует. Этот там как-то использует это. Этот пусть вот тут 3 использует, да, типа... Как-то там крутится. Вот так. Этот этих там как-то использует. Этот, в свою очередь, этих. Этот использует тесак сверху. Значит, вот этот вот, который усиливает немножко. Сюда. А этот сюда, так как он будет использовать его в ответ. Этот дает что-то там золото. Ну, с каким-то шансом пусть дает золото, не знаю. А, диагональный, подожди. Вот этот, по сути, вот сюда, наверное. А диагональный тут. Не, тот использоваться чаще должен. А, так он и будет за счет этого. Хуяк. И использует все вокруг себя. В том числе этот, который использует диагональный, а этот верхний использует. Я вообще не понимаю, как это... Как это остановить? Просто, по сути, это уже вечный двигатель, мне кажется, тут запущен. Еще одно сердце. Это по-любому надо. Денег-то нету, ну такое. Чудо. Еще одно сердце точно надо. Это не элемент брони же? Нет. Это тоже. Вот, у меня все элементы брони как бы спрятаны вот тут сбоку. От тесаков. Царство тесаков. Этот всех их бустит, по сути. И сам урон наносит. Это уже просто лишние тесаки. Типа, опа. Тут кузница плюс 3. Меняем на это, этот. Получает плюс 1 урон, если казнит. Так, тогда вот на этот. Этот обычный, да? Да. На, вот тебе тесак. Мне места уже нету, так что. Сколько стоит? 35. Мне нужно где-то найти еще золото. Вот это уклонение дает, это оставляем по-любому. Так, где-то найти золото. Сохранить. Требуется пустая комната. Пустая комната тебе тут. Молодец. Теперь сюда. Так, ожог это плохо. Он... А, он через броню не проходит. Бля, ну-ка. Они все еще юзаются, смотри. Но враг умер. Все тесаки, которые заюзывают другие тесаки, они стоят 2 этих энергии. Короче, жесткие тесаки. У меня там все еще что-то там происходит с ними. Так, здесь, соответственно, надо тесаков место увеличивать. Где-то так, да? Для сердца место нужно выделить. Вот эти 3, типа, работают, да? Вот этот по диагонали работает. То есть вот сюда его поставить, пусть здесь... По диагонали, вот, смотри, если он тут, вот сюда тесак, а сюда сердце.
То есть вот так меняем. И он вот эти тесаки будет заюзывать. Так. Этот сейчас юзает эти. Вот эти два тесака, по сути, вот здесь могут быть. И здесь еще надо бы. Но это потом. А, нет, не потом. Вот так. Это что? Оружие по соседству получает плюс 2 к ожогу. Ну и это можно. Ебанутейшие тесаки. Так. Золото 26. Маловато. Так, сохранить. Торговая пола. Еще одна, хорошо. Так, пацанов много что-то. Вот этого надо как-то это брать. Уже все. А цели не могу выбирать. Вещи я не могу выбирать, они как-то в одного все тыкают. Они все сразу еще прожимаются и все как бы. Так, вот это что-то там мутное делает. Блять, уже умер и опять завершать ход только. Ну что, можем ударить, типа, этим. Так, это сейчас взорвется и разъебет меня, да? Все, уже не разъебет. Блять, что за пиздец? Плюс один золото, его добил этот тесак, типа. А, все их бусты срабатывают? То есть все их способности срабатывают так, как будто бы это они убили это и врага. Кажется, так. А, нет, тогда бы здоровье давало. Всегда. Тут не дает здоровья. Да, здоровье не дает. То есть там именно тот совпал. Так. Наносит 2 урона при использовании. Когда тесак казнит врага, непризванного, дает удачу. Ну, не то чтобы прям круто. Это обычный же тесак, я не понимаю. 7 урона, а он на кузнице улучшен. Это обычный, да? Да. На этот меняем. Этот плюс 1 урона в этом бою, когда казнит. А этот... 7 урона. Использует сверху тесак. Все, понял, не трогаю. Этот 4 урона плюс 1 урона, когда казнит. Хорошо. Этот использует те тесаки. Этот плюс 1 урона в этом бою. Это такой же. Этот получает плюс 1 к урону все соседние тесаки. Хорошо. Оружие по всей диагонали получает плюс 3 к урону, а, да? Так, не очень удобное расположение, между прочим. Вот так вот, если... Вот так, то более-менее, да? Вообще, вот... Тут где-то, типа... Блин. Вот тут. Так, что ли? Это что за тесак? Носит 8 урон. Бляха. Чё тебе надо, блядь, тесак? Дает удачу. Ага. Но его никто не использует, да? А, этот использует, хорошо. А этот кто использует тесак? Никто? Этот никто теперь. Потому что вот здесь вот диагональная фигня. Оружие по всей диагонали плюс 3 к урону. То у меня вон плюс 6 к урону все получает. Куда мне еще? Вот так. Рядом с кольцом нормально работает. Давай уберем кольцо удачи. Хотя мне же регенерация все нужна, я не могу никак. Ладно, ждем увеличения инвентаря, короче. Этот тесак уходит. У нас 36 золота. Увеличение инвентаря, как я вижу, не скоро. Давай посмотрим сначала, что тут.
Может, регенерация какая-то будет, крововампиризм. 3 урона к оружию, 2 защиты, 1 ловкость, давайте 1 ярости. Рукопашному оружию. Кстати, ярость это улучшит урон у всех моих мечей, да? Торговая палатка. Ладно, давай сначала убьем всех. Пиздец. Мы сейчас, кстати, от отражения урона помрем. 11 отражения урона, это же пизда. Так, мне нельзя его бить, мне жопа будет. Все, отражения нет. Теперь ему жопа. Еще исцелился, повезло. Опана. При использовании 6 урона использует все тесаки по диагонали. Еще один, блять. Что за бред? Ты издеваешься? Так, это у нас что? Ага. Сюда этот... Нет, вот этот... Сюда вернись. Ты вот сюда вот. Вот по диагонали этот его использует, а он его использует обратно. И тот потом опять использует этого. Короче, я не понимаю, как это реально остановить. Вроде бесконечные тесаки. Так, ну, собственно... Там был предмет хороший, да, посмотри, что тут. Тесак простой, еда. Перчатка лучше моей, кстати. Закажу ячейку слева. Слева, это правая. Я не могу правую перчатку одевать у меня, потому что там это. Она еще и тяжелая. Так. За каждое проклятие по соседству получает плюс 1 энергии. В каждом бою дает 0 энергии. Бля, у меня это не проклятое нифига. Блин. А ведь мог. Так, у меня вот ключик есть. Оружие по средству получает плюс 2 к ожогу. Мне этот ожог не очень нужен. Давай ключик возьмем. Пойдем к сундуку, который мы не смогли. А, понятно. То есть мы смогли, да, видимо, или что-то типа того. Или это на другом этаже было. Мне вот это сердце нужно в любом случае. Чтобы эти тесаки также могли после смерти делать хорошие дела. Тет не используется, кстати, никем. А, нет, этим используется, ладно. Че, ключик поменяем на кольцо удачи? Мы уже собрали все, что нам надо, в принципе. Пошли дальше. Так, ну мы можем пойти сюда сразу, чтобы быть молодцами, да, давай. Раз игра нас сюда торопит, получим свои 5 опыта здесь сейчас. Так, он какую-то хрень на меня накладывает. Ожог, в принципе, пофиг, он через броню не проходит. Я не знаю, сколько урона мы наносим в итоге. Мне кажется, очень много. А, это же этот огонь. Ладно, нам просто ходы подождать. Еще 2 хода и нормально. А, подожди. Ладно, уберем. А, это ожог мне кидает, не надо, блин. Но мне щит не дал из-за этого броню вроде как, да? Убило ненужным тесаком, ну и ладно. Не тем, что здоровье восполнит. Так, изменяет награды, блин, неплохо. 8 ловкости уничтожается. Вот что за стрела такая. Создает эфирную стрелу в этом столбце. А, типа вечно стрелы создавать можно. Блин, мне вот эта штука нужна.
Я могу ее прямо сейчас применить. Оба-на. О! То есть я буду получать 18 защиты. Ну, в принципе, вместо шапки. Все. До левелапа еще 100 опыта. Здесь пятерочку возьмем, опыта. И пойдем по Бырику туда пытаться успеть. Но мы не успеваем, по-моему, никак. Так, ну минус один по-любому сразу. Вот смотри, они все еще там юзают что-то. Но заканчиваются как-то быстро на самом деле. Как будто бы не все сходили. Кстати, 9 урона и 19 урона. В броню? А, в лицо. Прямо в лицо, да? И здоровье, конечно, не восполнило, потому что убил какой-то другой тесак. Не эти и не эти три. Такая же история. Что это? Оружие в этом ряду получает плюс один к урону. При использовании дает 6 защиты. Спасибо. Ряд это вот так, да? Сверху вниз. Так, использует все тесаки по соседству и диагонали. Знаем мы такой тесак, бляха-муха. Это используют все по диагонали, бляха-муха. Это вообще все используют, бляха-муха, вот так. Сколько у него урона? 13? 12? 19. Может, его поближе к сердцу? Чтобы выше шанс был убийства. Хотя кажется, что не очень. Да выше будет. Так чё ты, куда мне столько тесаков, блядь? Это по диагонали бафает? А надо ли оно мне? Кого мне, блядь, бафать? Куда мне их, блядь, еще бафать? Серьезно? Иди отсюда, бафер, блядь. Буфало. Это, блядь, и так используется, ебать. Что это, блядь, такое, нахуй? Пиздец. Мы не успеваем, по-моему. Иди нафиг, тесак. Так, это что? 6 маны и 6 маны. А можно здоровье? Хотя вроде здоровье залечилось, да, что-то? Типа. Так, ну давай этому шатаем. Вот, наконец-то враг, у которого много жизни. Сейчас увидим, что мы сносим. Снесем ли мы 190 хп. А, завершить ход. 178 хп, точнее. Да, сносим. И еще у нас вон продолжается атака до сих пор. Жесть. Опа, новый тесак. Когда тесак казнит врага непризванного, восполняет один УЗ. Это мне надо, да. Одну. Так, в чем особенность этого тиска? Тесаки по соседству и диагонали получают больше урона. Ага. А зеленого? Все тесаки по соседству. А что это тогда здесь? А, потому что все в тесаках уже. Вот так по соседству. Сколько у него урона само по себе? 6. У этого 7. Ну и пофиг как-то. Вот так вот. Эти тесаки уже становятся не очень. А вот эти? Он просто бафает. Как бы. Ну, кстати, он бафает 2 тесака, но плюс один там ему и ему дает. Это бесполезно сейчас. Это если он бы где-то в центре был, но ему нет возможности в центре быть. Так что пусть лучше этот будет. Хоть иногда будет, типа, юзать эту фигню.
Типа плюс один урона никому не надо, потому что на втором ходе уже будет плюс один урона. Так, сюда. Успел золотишко залутать. А там здоровье сзади, да, бежит? Так, яд. Ой, бляха. Слушай, за один тесак, который другие тесаки активируют, не бывает, да? Жалко. Ладно. Сейчас на меня яд просто накинут. Ой, огонь этот дебильный. На тебе за яд. Ну хватит, тесаки, успокойтесь. Дайте мне уже завершить ход. Что происходит? Я уж подумал, я ударил, и ничего не это. Так, плюс одно здоровье. Этот тесак закончил атаку, да? А, не, почему? Почему это? Должно было же больше быть. Непонятно. Так, вот здесь уже нельзя, да? Ничего нового. Жалко, наверное. Давай вот тут еще тесак потом сделаем. Здесь, наверное, и здесь. Опа. Когда пропускает через себя маны, дает одну защиту. Ага. Дает 6 защиты, отнимает одну ману из сети. Фигня, короче. Так, давай кольцо. Аксессуары вроде как не влияют же. Щит или... элемент брони, да. Вещь удачи упала, дерьмо падает. А, это хилка. А мне, кстати, не помешало бы вообще. Наверное. Так, у него отражение урона. Его нельзя трогать. 400 снесешь? У-у-у, бля. А чё, типа, кончилось? Врёшь же. Врёшь же, еще было там. Пиздец. То есть 300 с чем-то всего лишь. Вранье какое-то. Тебя еще целый ход тратить на него. Так, исцелился зато. Так, у этого отражения 3 хода. Можно просто подождать. Правда, тот яд на нас наложил. Это пофиг вроде. Мы просто от этого отражения сами умрем с таким количеством атак. Нормально пулеметит. Немножко как бы что-то не так, но вроде пулеметит нормально. Опа. Царапайте еще раз. Эти когти не втягиваются. Ну это бред на самом деле. Чё типа царапать? Бред. Это разве что для особых прохождений. Там где нельзя оружие использовать. Типа. Теперь исцеляй. Все, теперь можем вернуться в начало. Сохранимся. Возвращаемся туда в вопросительное событие. Есть чего на обмен? Той же редкости. Да, в принципе, нет. Кольцо удачи давай. Роза на шипы. Дает один шип. Не надо, спасибо. Оставь себе. Так, что это? Используйте, чтобы открыть секретный проход. Конечно, давай. Так, и ключик давай. А тесаки, бля, уже затрахал. Хотя бы особые, давай, что мне обычное это уже. А, нифига, 7 урона. Используй тесак сверху, кстати.
Так, окей. Что у нас дальше? Сундучок еще. Ага, ключик не зря брал. Ключик-то я не зря брал. Так, рукопашное оружие по соседству. Получает плюс 3 к урону. Ну, у меня элемент брони не воспринимается. 25 защиты уничтожается. Да пофиг вообще. Подожди, секретный проход где дает? Как дает? Не понял. И что мне это дало? Так, это мышь, которая многомышная. Блин. Надо предмет плюс одной энергии, чтоб давал. Так, давай кого убить-то? Петушару? А, это защитник. Блин, столько уронов никуда уходит. Это такой бред. Ля, мышек жалко. Что-то написано. Они никогда не пропускают... Он никогда не пропускает день ног. А этот... Я приказать, я командовать, я заправляю этим подземельем. Ну давай, до свидания тогда. Я каждый раз ход ждать, чтобы убить их. Ну блин, это раздражает. А так, в принципе, имба страта. Чё это? При использовании дает одну ярости. Неплохо бы, кстати, мне ярости так-то. Плюс один урон ко всем этим, типа. Типа три маны. Если есть, то три ярости, считай. Нафигачил. Сохранено. Чё хочешь? На другой такой же формы. Ну-ка. Так. По-моему, это обычный тесак у меня, да? Ну-ка. Такой же формы. Это, по-моему, такой же формы, секретный проход. Я не понимаю, что за секретный проход. Ну, я открыл его, и чё? Типа, просто скосить можно? Или вот туда, если подняться. Там как будто что-то есть, да? А. И что это дало мне? Типа я теперь могу вот так пройти просто? Угу, понял. Так, что продаешь? Тесак, фигня. Щит, фигня. До свидания. Я к кузнецу. А, броня, что-то регенерации кольцу. Кстати, давай. А, я кольцо выкинул, да? Бляха. Действительно, бляха. Так, а можно я пойду кольцо куплю? Есть кольцо у этих? Да блин. Я бы не просто кольцо улучшил, я бы его... Вот там есть, нету. Я бы его улучшил раз, потом сделал ему дополнительную ячейку, улучшил два. Чтобы он мне две жизни регенерировал. Потому что у меня каждый ход два урона наносится мне. Нету. Тогда что там еще было? Защиту брони. Замедление оружия, проводимость броня, фигня. Регенерация кольцу самая нормальная. У защиту брони можно. Вот этой типа. Почему нет?
Один раз только, да? Здесь вообще ноль. Здесь сколько раз? Тоже ноль. Ну, понятно. Такое себе. Замедление не хочу на оружие. Зачем замедление на оружие, когда оружие сразу убивает? А тут я был, да? Да, был. Он так с мешком туда не влазит, по сути. Но влазит. А, все, финал? Изи-бризи. Изи-бризи. Ты кто такой? Давай, до свидания. Кстати, довольно жесткий босс, что-то посильнее, чем обычно. Вообще этот использует этот по новой должен всех их использовать. Но такого не происходит. До свидания. О, нифига себе. Почти все ячейки раскрыл. Перед концом. Че это за статус? Я не понимаю. Ладно, это за время. Это кто будет спидранить? Зачем? Все оружие получает. Ебать, серьезно, еще одно. А, вот это жестче, кстати. Пиздец, смотри. 40 урона, блядь. Это просто как бы добавляет урон. 21 урона, да? Вот эта бутылка дает 6 урона, а это в процентах ебошит. Все оружие получает эффект при использовании минус 1 к урону в этом бою. Понимаешь? Блять. Минус 1 к урону в этом бою, это жестко ослабляет оружие мое. Но первого убивает сразу, босса сразу, например. Все оружие отнимает один статусных эффектов у всех врагов, типа уклонений и тому подобное. Пусть так будет. Без разницы, уже конец как бы. Вот мы и получили наш сир. И прошли одно из испытаний. Однообразно довольно, блин. Хотелось бы именно продолжение. Как бы именно продолжение подземелий. Продолжение там это, новые предметы и все такое. Ну да ладно. Попробуем потом еще посложнее рюкзак убрать. Потом вообще без оружия там и так далее. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Где тут? Ага.